оккупировали воробьи. Притихли, притихли. Оболонская набережная. Вышли погулять и посмотреть, какая высокая вода. Совершенно рядом. Вот и ступеньки затопило полностью. Все плавает. Все плавает. Еще пика не было. 22 числа сказали. Ждуть затопления. Да, и остров тут затонет. Тонет. Это на этот остров делают, да? Да, вот мост делают. Так его же только делать. А сейчас не буду делать, прекратять, потому что вода. Ну, видишь, работы идут, сварка. Работы идут там, да. Еще полметра и мы плывем. Да. Если ступеньки все в воде. Если будет добавиться еще вода до конца квітня, то тут будет все плавать. Море широкое, это залив. Это будет у нас Оболонский. Мошкары, а там Днепр. Надо очки одевать, ничего не вижу, что я снимаю. Ты бачишь, практически все. Мы там были, так там еще можно было еще пройти, а тут уже вообще нема. Все в воде. Вода очень высокая. А я сегодня сказала, 50 лет тому назад такое было. Да ты что? Да. 50 лет? Кошмар. Ледники тают или что случилось, что такое наводнение? В 73-м году такое. А тут меньше, мне кажется, чем полметра даже. Да, чуть-чуть осталось. Ой, веточка. Да. Еще пару дней и перельется. Да, у меня есть видео, что забор еще на земле стоит. Забор, контейнера в воде, вот, все плавает. Этот замок за вышки. И там сколько я выглядываю, да, сколько это воды добавилось. Ужас. Наверное, 3 метра. Стихия. Стихия, это будет стихия. Говорят, все боятся. Говорят, что это будет что-то страшное. Я там на скамейке не сидела. Вот такой мост строится здесь. Вот такой будет. Ага. Это сколько метров? Это 5 метров воды. Кто сдох? Высоченная, да? А, это не перелезли. Ты уже дома будешь, да? Тебя лучше позировать. Мы не хотели позировать. Я Гале сказала, а Галя там. Ну, подождите, я сниму сейчас. 2 зайчика. Воды прива, это белорусы, картошку может плавать будет. Белорус попался, скажешь, что быстрое течение, ты подави, какое течение. Капец. И кружить, кружить, кружить. Здесь вообще уже рядышком. Плывем. Просто рядышком уже. Просто рядышком. Течение очень быстрое течет. Это, наверное, выпустили воду шлюзом. Может. А ну сколько времени? Ее выпускают где-то в 1:30. Да, мусора мало. Ветки. Из-под деревьев. Ну вот есть и бутылки, конечно. Но не очень много. Вот это на сколько метров она прибавила, если деревья стоят в воде.
так уже долго иду. Буквально месяц назад я здесь была. Было очень много чаек, уток. Никого нет. По этим дорожкам ходила. Утка сидит на камушке. Все, дорожка залита. А то можно ходить. И такое течение, посмотрите. Сидит селезень. Вот где уткам гнездится. Все затопило. Красиво сделано. Красный, темно-зеленый, а эти такие ярко-зеленые. Это лилия. А там вдалеке сакура. Еще в феврале цвели, когда было потепление. А вот мост, который затопило, да. Месяц назад я по нем проходила, по нему. И прямо под мостом была вода. А теперь... Ой, ничего нет, а там утка сидит. Вот такая высокая вода. Все деревья плавают. На крещение здесь купаются. Ну, в этом году, наверное, не купались. Да. Вот такая природа, стихия. Какие несчастные, дождем их побило. И тюльпаны. А старые деревья им вверхи подрезали. Так душевно, по-домашнему. Так тихо, спокойно. Сейчас подойдем до сакуры. Понюхаем, побалдеем. Какая красота. Розовые такие, нежные, нежные. Нежные-нежные. Под этим. Снято из холма. И, короче, может, вообще вот так все цветет. О, пчел столько летает. Да, пчел море. Аж осенью сюда приедем. Вот. Осенью красиво будет. Ще може літом, як все зелене буде, і осінь. Ой, я люблю от так. Да. Сакури красивенні. Осінь теж красиво. Осінь теж красиво. Такий парк красивенний. Слава Богу. Ну що, Маш, сфотографируй? Сколько мусора. Да, дальше дорожка в никуда уже. А здесь я снимала лебедей не так давно. Уток было много, лебеди плавали. Да. В мусоре. В
бревна, палки. Ой, там вообще вода большая. Есть уточки, плавают среди мусора. А и там далеко есть тоже они. Утки на дереве. Все прибывает и прибывает. Какое дерево. Уже сюда она перешла, вода. Не, здесь же ходили внизу, там ступеньки, и вниз спускаешься. Не, вот а в том году были... Чтобы камни не растягивались, а че не рассыпались. Ну да, чтобы их водой не снесло. Угу. А там были лебеди в том году. Где? Вот здесь были. Да? Да. Так спускаешься вниз, еще угу. Там много было как бы пляжа, а уже ничего нет. А где пляж тут? Да, раньше здесь была земля. Все утонуло, и грязь прибила. Лебеди вместе, она пила. Лебеди вместе. Памятка про лебедей. Видите, здесь раньше лебеди. Зимой они здесь живут. Вот такая хорошая прогулочка сегодня у нас получилась. А напоследок чашка кофею. Кава. По центру надо стать и прокричать. Уа! Уа! Акустика. Акустика. Говори громко. Да шо, что ты говоришь? Ты бачишь, как... Не вой, а говори что-нибудь. Ребеночек спит, а мы воем. Это же надо так специально сделать. Да. Красота. О, а тут выходишь уже не так. О, тут совсем нет. Не есть. Ну, теперь точно все. Заканчиваем нашу прогулку. И идем домой.